марафона по 15-минутным йога-практикам. Сегодня нас ждет с вами 5 минут медитации и 5 минут йоги. Присоединяйтесь, ребят, я всех жду. Почему нельзя поставить красивый фильтр себе на Инстаграм? Не, можно. Это очень мрачно. Ладно, все, мы будем без фильтров. Так, ребят, ну что? Йоу-йоу-йоу, да, всем привет. Смотрите, пока все присоединяются, я просто чуть-чуть расскажу о нашем формате. Привет, ребят, я ужасно всех рада видеть, я рада, что куча людей не побоялись того, что 15 минут йоги с утра – это вообще не страшно, и это клево, это приятно, и это эффективно. Вот. Спасибо за ваши сердечки, за ваши комменты, за ваши приветствия. Этот маленький челлендж, маленький марафон я устроила для того, чтобы вы смогли протестировать формат и понять, насколько вам вообще заходит такая тема с утра. Потому что пока все собираются, я чуть-чуть в двух словах хорошо расскажу. У нас есть как бы 3 минуты на настройку. Потому что самая большая наша проблема в регулярности практики, что не дает нам заниматься регулярно, это завышенные ожидания от себя. То есть мы все с вами типа перфекционисты, да, и мы все предпочитаем не заниматься, или заниматься, либо заниматься 2 часа, да, либо чтобы это было что-то суперкачественное в нашем понимании, либо вообще не заниматься. Многие, например, кто ездит на мои йога-туры, они потом приезжают и говорят, это вообще такая история, и говорят, ты знаешь, Анико, я ездила на твой тур, так вот я приехала, и мне больше никто из учителей не заходит, только ты. Поэтому я вообще не занимаюсь. Как бы нормальная отмазка, да? То есть наш ум постоянно придумывает отмазы, отмазы бесконечные. Он невероятно ленивый для того, чтобы мы не занимались. Он не любит идти в новое, он не любит там, где рост, он не любит трансформацию. Мы любим, чтобы у нас было все комфортно в нашем болоте, вот с нашими привычками. А для того, чтобы сформировались новые привычки в теле, достаточно месяца. То есть реально 21 день, но как бы по факту месяц. Реально месяца достаточно, ребят, для того, чтобы у вас была новая привычка. Это первое. Второе. Йога меняет жизнь. Даже 15 минут она меняет жизнь. То есть я, ребят, практикую с 2006 года и активно практикую с 2012. И я могу сказать, что моя жизнь просто кардинально изменилась только благодаря тому, что в нее пришла йога. То есть, реально, я ничего, это так, блин, это не какой-то там рекламный ход, маркетинг, прогрев там и прочая хрень. Вот просто йога пришла, и я стала тем, кто я есть, потому что до этого я не могла вылупиться, я не могла, у меня не получалось, я не понимала, кто я, зачем я, о чем я, в чем моя миссия, что у меня получается лучше всего. Я не понимала этого. И вот йога, она все ставит на свои места. И даже если вас устраивает ваша жизнь, ребят, поверьте, она может быть, потому что многие написали, что «Анико, я не хочу, чтобы твой новый курс назывался «Новая жизнь», я хочу, чтобы он назывался «Йога-шот», потому что меня устраивает моя жизнь, потому что я люблю мою жизнь, это классно любить свою жизнь, это классно, если вас все устраивает, но опять же, всегда может быть лучше, всегда может быть еще более ресурсно, еще более вдохновленно, еще более полно можно раскрывать свой потенциал и так далее. Поэтому первое, привычка, новая привычка, новые нейронные связи. Второе, даже 15 минут дают прогресс. Можно я скажу? Просто последнее, да, ребят, я знаю, что вы... Челлендж длится всего 3 дня. Я знаю, что вы торопитесь, что вы хотите быстрее позаниматься, но у меня есть кое-что важное сказать. Я с 2008 года, вы знаете, запустила курс «Через йогу к мечте». И там, сейчас я его уже не продаю, вы знаете всю эту историю с Максиком, как бы все, курс накрылся, теперь его продает Максим, я там, хотя это мой курс, как бы я на нем все делаю, но продает его почему-то Максим, и ладно, окей, бог ему судья. Но не в этом смысле, не в этом дело. На этом курсе у нас была ежедневная практика 108, обычная, Сурья Намаскар. То есть нужно было просто делать Сурья Намаскар. Так вот, ребят, по фидбэку людей за 3 года, они сказали, что самое эффективное для них, это были вот эти вот маленькие, утренние, блин, Сурья Намаскар. И это позволило им супер круто спрогрессировать в сложных асанах, это позволило им освоить более сложные формы, это вообще позволило им круто себя чувствовать, и это дало им прогресс. То есть маленькое ежедневное усилие, которое даже не выглядит как что-то невероятное, преодолевающее, да, не преодоление, просто маленькое ежедневное усилие дает огромный прогресс, просто гигантский. Поэтому не переживайте, если вы думаете, что 15 минут это фигня какая-то полная. Нет, также если вы полный новичок, это отличная точка входа. Ну что, ребята, да, всем привет, у кого-то уже 15.07, все очень ждут курс. Ребят, курс йога-шот с йога-шотами коротенькими, которые ты с утра вот такой просыпаешься, такой выпиваешь 15 минут и побежал. Стартует в среду, вот. И еще последнее хочу сказать,
Почему мы все время хотим заниматься, мы говорим себе, блин, я очень хочу заниматься йогой каждый день, и почему у нас не получается? Потому что у нас есть завышенные ожидания от себя. Мы ждем, что наша практика будет обязательно час-полтора. Но это невозможно. Ну, для многих невозможно найти. Ну, это объективно, блин, ребят. Мы не можем найти полтора часа каждый день. Ну, это факт. Когда, конечно, когда у нас супермотивация, мы стараемся это делать и находим. Во-вторых, потому что мы ожидаем чего-то очень сложного от себя, и наш ленивый ум такой, о, господи, опять эта йога, нет, короче, что-то сегодня не пошло, и все такое. Да, поэтому, ребят, этот курс о том, чтобы вы просто убрать все ожидания от себя, убрать все ожидания от своей практики и просто принять, и исходить из адекватно имеющегося у вас количества времени. Вот у вас есть 15 минут, значит, это будет 15 минут. И медитация точно так же, ребята, медитация у нас будет с вами 5 минут. Поэтому... Прямо сейчас мы начинаем. Если вы сидите в кровати, оставайтесь в кровати. Если вы сидите на стуле, садитесь на стул. Если вы сидите на коврике, садитесь на коврик, ребят. И у нас с вами сейчас будет 5-минутная настройка на этот самый классный, самый вдохновляющий, полный энергии день. По местам. Усаживайтесь, пожалуйста, так, как вам комфортно. Сейчас я просто маскирую, чтобы все было эстетично. Усаживайтесь так, чтобы вам было комфортно, ребят. Можете сесть на подушку, можете остаться на кровати. То есть прям супер максимально, максимально удобно, максимально комфортно. Не имеет значения, как вы будете сидеть. Главное, чтобы вашему телу было комфортно, тем более с утра. Поэтому я люблю, например, утреннюю медитацию делать в кровати. Вот как проснулись, сразу сели в кровати. Видите, все четко, у меня с собой таймер. И... Усаживаемся, делаем пару движений плечами. Да, вы можете себе под ягодицы какую-то подушечку подложить. Вы можете опереться на спиной на стену сзади. Вы можете на кровати опереться. Но сядьте так, чтобы вам было максимально удобно, ребят. Вот, пожалуйста. Угу. И еще парочку плечами движений. Ага, супер. Можете немножко головой повращать. Начать чувствовать свое тело, свое живое, оживающее тело. И затем... Прежде чем закрыть глаза, посмотрите на кончик носа и почувствуйте, как ваш взгляд расфокусируется. Все перед глазами, все изображение перед глазами размылось. Смотрим на кончик носа и чувствуем, как наблюдаем, как все предметы вокруг превратились в цветовые пятна. И затем плавно закрываем глаза, соединяемся со своим телом. Делаем глубокий вдох, освобождающий, очищающий выдох, и еще раз в вашем ритме глубокий вдох всем телом, как будто вы приветствуете новый день, и освобождаемся от всего напряжения, и последний раз в вашем ритме еще один вдох, и выдох через рот, и позвольте сейчас вашему вниманию начать затягивать вас внутрь. Вы как будто падаете внутрь тела, приходите в тело. Чувствуете контакт с землей. Чувствуете контакт одежды с кожей. Чувствуете свои ладони на коленях. Свое дыхание. Его мягкую, естественную, плавную волну. И представьте, что сейчас вы хотите вырасти еще на 3 сантиметра. И вы как будто тянетесь макушкой вверх и удлиняете весь позвоночник от копчика до макушки, расправляя грудную клетку, расправляя ключицу, удлиняя талию. Создавая мягкую, но уходящую, стремящуюся вверх вертикаль. Все внимание внутрь. И это время для того, чтобы сейчас отпустить все ожидания от этого дня, все ваши задачи, все привязки, все желания, все, что нам нужно сегодня сделать, все наши планы просто отпустить на эти 4 минуты. Еще один вдох. Отпускаем все. И просто посвящаем это время себе. Это время только для вас.
Дышите и расслабляйтесь, наблюдая за мягкой, естественной волной дыхания. И вспомните то ощущение, когда вы отправились в путешествие. Мое любимое ощущение. И вот вы приехали, может быть, куда-то на Бали, в Таиланд, в Индию, не знаю, на Мальдивы, вы выбежали на пляж, и вот это ощущение восторга, открытости, доверия. Или вы поехали на машине путешествовать, и каждый поворот для вас — это что-то. Сейчас мы проговорим с вами аффирмации для этого дня. Я буду считать от 5 до 1 и называть какую-то аффирмацию, а вы повторяйте про себя каждую фразу. 5. Я приветствую новый день. 4. Открытость, любопытство и благодарность. 3. Присутствие и осознанность. 2. Внутренняя тишина и спокойствие. 1. Сегодня самый лучший день. Потому что самый лучший день, каждый день самый лучший. И с этими ощущениями складываем ладони в намасте, делаем глубокий вдох. И выдох. И можно плавно открывать глаза, ребята, и вытягиваться вверх. За ладонями складываем ладони в намасте, ладони ставим за затылок, вдох, раскрываемся, выдох, скругляем спину, расслабляем шею, вдох, раскрываемся вверх, выдох, скругляемся, отлично, еще вдох, раскрылись, молодцы, выдох, и сохраняем вообще это ощущение, еще раз вдох, продолжаем, который мы приобрели в медитации на протяжении всего дня, это открытость, любопытство, благодарность, вдох. Выдох. Супер, молодцы. Потянитесь руками вперед, расслабьте шею. Сделайте эту приятную мягкую потягушку. Почувствуйте свое дыхание. И плавно-плавно перейдите на четвереньки. Ребята, переходим на четвереньки. Плавненько, да. И проверяем, чтобы наши ладони стояли четко, прям четко под плечами. Проверьте этот момент. Ладони под плечами. Угу. И со вдохом уводим плечи назад. Носочки можно вытянуть. Таз. Проворачиваем дно вверх, стремясь дотронуться до макушки. Выдох, скругляем хвост. Подворачиваем таз. Живот приклеился к позвоночнику. Голова расслабилась. Тьфу, господи, расслабилась. Вдох, плечи назад, прогиб.
И можете закрыть глаза, выдох, плавно скругляемся, лопатками тянемся вверх, вдох, еще. И выдох. Последний раз, прогиб, плечи назад, лопатки вместе. Выдох, скругляемся. Отлично, сажаем наш таз на пятки. Поза ребенка, баласана. Приклейте ладони к полу. Посмотрите между ладоней. Как можно ниже грудной клеткой проползите между рук. Когда грудь оказалась между ладоней, выпрямляем руки. И скругляем пространство между лопаток, центр спины, подворачиваем хвост, сажаем таз на пятки. Смотрим между рук. Опять грудью, подбородком тянемся вперед, как можно ниже. Проползаем. Выпрямили руки, скруглили лопатки, скруглили центр спины, скруглили поясницу, толкнули таз на пятки. И еще три раза в вашем ритме обратная волна. Вдох, выдох, еще раз вдох, обратно выдох. Последний раз проползли, не забудьте хорошенько округлить лопатки, спину, подвернуть хвост, посадить таз на пятки. И вдох, обычная волна, скругляем спину, с выдохом прогиб. Все, уйдите в прогиб, плечи отправьте назад, удлините бока. Теперь, ребята, внимание, толкаем таз вперед, выезжаем грудью вперед, включаем живот, втягиваем промежность, прижимаем локти к себе, аштанга намаскара, опускаем грудь, подбородок между ладонями. Затем приподнимите грудь немножко над полом, подверните хвост, положите таз на пол. Уводим плечи назад, кобра, делаем замок руками сзади, тянем носочки. Внимание, стопы на полу у всех. Стопы у всех на полу. У всех на полу, да. Пятки вместе, дышим три. Приподнимаем больше, больше, больше грудь. Раскрываем грудной отдел, чувствуем сияние. В центре груди два. Отлично, на счет один ставим ладони вперед. На кончики пальцев, посмотрите, сейчас я уползу, вот посмотрите. Приподнимаемся, вдох на кончиках пальцев. Удлиняя бока, слишком сильно не выпрямляйте руки, выдох, наклон. Голова расслабилась, плечи пошли назад, вдох. Приподнялись. Выдох. Еще разок, вдох. Выдох, отлично, поставьте руки около груди, подверните стопы, приподнимите грудную клетку, толкните таз на пятки, удлиняя оба бока. Расслабились, выдох, вдох, скругляем спину. Отлично, и теперь, ребят, смотрите, мы скруглили спину, теперь внимание на ваши колени. Включите ягодицы, втяните промежность и оторвите колени от пола, опуская таз 10 сантиметров над полом, уводя плечи назад. Да, супер. Получается кобра, ой, господи, собака вверх с упором. Здесь нужно сильно включить ягодицы, микро присогнуть локти, отправить плечи назад. Вытягиваем назад правую ногу. Ага, и толкаем ногу назад. Собака мордой вниз одной ногой. Молодцы, закройте таз, ребят. Прям максимально закройте таз. Супер. Тянемся пальчиками назад, скругляемся, колено к голове. Выдох. Нога назад, вдох. Колено к голове, выдох, сейчас. Нога назад, вдох. Колено к голове, выдох. Перенесите вес вперед и положите колено на пол. Поднимите между рук. Опустили между ладоней. Подняли. Опустили. Подняли и отшаг в собаку мордой вниз. Молодцы. Теперь позгибайте колени по очереди. Подвигайте бедрами, расслабьте шею. Начните приходить в свою практику. Плавно двигаться здесь. Туда-сюда, в общем, свободное движение, интуитивное, в вашем стиле. Отлично, ребят. И теперь, ребята, волна вперед, приподнимитесь на коленях, подтяните, господи, извиняюсь, я просто тороплюсь, приподнимитесь на носочках, и волна вперед, оказываемся в планке. Подворачиваем хвост, плечи четко над запястьями, дышим, 8, продавливаем коврик руками, 7, молодцы, 6, еще скруглите лопатки, подверните хвост. 5, 4. И начинаем вперед-назад покачиваться. 3. Передняя поверхность тела приклеена к заднему. Хвост подвернут. 2. Отлично. И на счет 1 ставим колени. Грудь, подбородок перед ладонями. Аштанга намаскар. Тянем носки. Плавненько ложимся на пол тазом. Уводим плечи назад. Кобра. Дышим. 3. Замок. Носочки вместе, колени активные, удлините бока. 2. И на счет 1 приподнимаемся. И плавно садимся на пятки. Баласана, выдох. Приклейте крепко-крепко ладони к полу. Да, волна вперед, вдох. Опять то же самое, ребят, смотрите, у нас сейчас круглая спина. Мы начинаем опускать таз, да, и отрывать одновременно колени от пола. Это выдох. Выпрямляем ноги. Вау,
супер, расправили здесь грудь, оторвали левую стопу от пола, вытянули пальчики, нога назад, вдох, выдох, скругляемся, колено к носу, вдох, нога назад, выдох, колено к голове, вдох, нога назад, выдох, колено к голове. Последний раз, нога назад, вдох, бедра закрыты, ребята, ниже левую ягодицу опускаем. Выдох, колено к голове, переносим вес вперед, еще, и опускаем колено между ладони. Раз, подтянули к себе, два, подтянули к себе, три, и отшагнули в собаку мордой вниз. Молодцы, вдох в собаке. Присогните колени немножко, удлините поясницу, оттолкнитесь руками и ногами от земли, удлините бока, удлините талию. Подмышки. Вдох, планка. Переносим вес вперед. Ага. И с выдохом опускаем на пол аккуратненько колени. Так, грудь, подбородок, аштанга намаскар. Перед ладонями. И кладем стопы на пол. Таз на пол. Молодцы. Кобра. Теперь уведите плечи назад. Смотрите, ребят, что происходит теперь. Ладони у нас стоят под плечами. Согните правое колено. Проверим. Окей, согните левое колено. Окей. Теперь смотрите, ребят, сгибаем правое колено, немножко приподнимаемся, перекатываемся на левый бок. Внимание, левая стопа стоит у нас ребром, упирается в коврик. Правую стопу ставим к нашей правой ягодице. У всех получилось это сделать? Давайте еще раз. Мы лежим здесь, кобра, согнули правое колено, перекат на левый бок, чик, сели. Теперь приклеиваем левую стопу к полу, толкаем бедра вверх. Дикая штучка! Молодцы, ребята, расслабьте шею, дышим. Вы можете сейчас поставить ладонь за голову. Дышим три. Отлично, молодцы. Два. На счет один переходим аккуратно в боковую планку. С левой стороны. Так, боковая планка. Дышим три. Молодцы, два. И на счет один подтяните правое колено к себе, повернитесь вперед, приподнимитесь на левом носке, шагните стопой между ладоней, кто как умеет, неважно. Главное, чтобы правая стопа оказалась между рук. Левая стопа 45 градусов. Закрываем таз, толкаем левое бедро вперед, правое назад. Вырастаем здесь, можно разогнуть немножко правую ногу, раскрыть грудь руками. Воин один, опустите плечи, мизинцы заверните внутрь. Выдох 90 градусов в правом колене, дышим. Стремясь все время толкнуть левое бедро вперед, правое назад. Дышим. Три. О, молодцы. Два. Дышим, ребят. На счет один поверните ладони вперед и раскройте больше грудную клетку, опуская локти на линию с плечами, ладони на линию с плечами, соединяя лопатки. Дышим. Кактус. И вытягиваемся вперед. Угу, вдох. Раскрываемся. Выдох, вытягиваемся вперед. Вдох, раскрываемся. Выдох, вытягиваемся вперед. Вдох, раскрываемся. Замок сзади. Натягиваем замок вниз, лопатки вместе. Вдох, грудь вверх. Выдох, нырните под правое колено. И расслабьте плечи здесь. Отлично. Почувствуйте, пожалуйста, удлинение в правом бедре. Можете еще больше присогнуть колено, грудью стремиться вперед, расслабить шею. Почувствовать, что внешний край левой стопы приклеен к полу, и арка левой стопы активна. Супер, ребят, тянемся замком назад, поворачиваемся вперед, отрываем левую пятку, отшагиваем в планку. Молодцы, вдох, планка. Выдох, толкните пятки вперед, чатуранга дандасана, локти 90 градусов, корпус параллелен полу, собака вверх, выныриваем, вдох. И садимся на пятки. Поза ребенка, выдох. Отлично, друзья. Со вдохом приподнимаемся на коленях. С выдохом аштанга намаскар. Проверните таз дном вверх, удлиняя бока. Толкните грудь перед ладонями. Опускаемся. Угу. Тянем носочки. Кобра. Таз на полу. Плечи назад. Это вдох. Теперь, ребята, сгибаем левое колено. Вы помните? Перекатываемся на правую сторону. Чик. Наша левая стопа параллельно длинному краю коврика. Приклеиваем правую стопу к полу. Поднимаем таз. Дикая штучка. Дышим. Раскрываю грудь, дышим. Три. Молодцы, ребят. Отлично. Два. Еще. Почувствуйте эту красивую изогнутую линию. От мизинца до кончика пальцев левой руки. На счет один поверните левую стопу, правую стопу параллельно короткому краю коврика. Переходим в боковую планку. Чик, молодцы. Выше левое ребро. Отдалите плечи друг от друга, втяните промежность, подтяните квадрицепс. Дышим. Три.
Молодцы. Два. И на счет один подтягиваем левое колено к себе. Смотрим между рук. Приподнимаемся на правой стопе, шагаем между ладоней. 45 градусов в правой стопе. Можете увести правую стопу чуть вправо. Вырастаем здесь, закрывая таз. Оба бедра смотрят вперед. Вдох, вверх. Выдох, просаживаемся чуть глубже. Воин один, раскройте грудь, мизинцы внутрь. Молодцы, дышим. Ребята, отлично. Прямо стягивайте коврик стопами, включайте свою левую ягодицу, не провисайте на пояснице, постоянно старайтесь удлинить бока и активировать живот. Еще один вдох. Поворачиваем ладони вперед, кактус. Сводим лопатки. Вперед, вдох. Раскрываемся, выдох. Навстречу этому новому дню. Вдох, вперед. То есть это был выдох. Открываемся. Вдох. Раскрываемся. Супер, друзья мои. Делаем замок, но меняем расположение пальцев. Натягиваем замок, сводим лопатки, грудь вверх, взгляд вверх. Выдох, тянемся вперед, ныряем под колено. И расслабляем шею. Молодцы, друзья мои, дышим. Попробуйте расслабить плечи. Здесь подтянуть правую коленную чашечку. Дышим. Два. Угу. И на счет один плавно. Ладони с двух сторон от левой стопы. Поднимаем правую пятку, отшаг в планку. Вдох в планке. Выдох. Чатуранга. Вдох. Собака вверх. Выдох. Собака мордой вниз. Молодцы, ребят. Правая нога вверх. С выдохом правое колено к правому трицепсу. И опустили к запястью. Раз. Два. Три. Положили правое колено к правому запястью, повернули правую голень на 45 градусов и плавно присядьте, Раджа Капотасана. Значит, нам нужно здесь найти такое положение, чтобы вы немножко были приподняты. Вы можете попружинить, потому что это утро. Вы можете положить что-то под правое бедро. Да? Посмотрите на левую ногу, она должна лежать ровно, ребят, не так. Понятно? Удлиняемся боками вверх, вдох. Мягкий наклон вперед, расслабляем все. Можете положить свою голову на ладони, дышим. И волну дыхания, исцеляющую волну дыхания направить в свое бедро, в свой тазобедренный. Молодцы, дышите, прям направляйте волну дыхания туда. Угу. Отлично, ребят, еще. Прям расслабляйте бедро. Вытягивайтесь, отпускайте все напряжение из головы. И плавно приподнимаемся руками. Так. И, ребят, переносим левую ногу. Чик. И переступаем левой стопой через правое колено. То есть сейчас наша правая стопа, левая стопа стоит снаружи от правого колена. Вытянитесь правой рукой вверх, удлините бок. Правый локоть снаружи от левого колена. Скрутка. Оба плеча поворачиваем влево. Взгляд. И старайтесь удлиниться от поясницы, от копчика до макушки. Кто усложняется, просовывает правую руку в дырочку, захватывает сзади руку и дышит. Ребята, еще больше направьте взгляд влево. Попробуйте глазами зацепиться за точку, которая находится максимально слева. Да, молодцы. Еще одна приятная, приятный вдох здесь в этой скруточке. И выдох, раскручиваемся, контрскрутка, просто в другую сторону поворачиваемся. Молодцы, аккуратно переносим вес вперед, отшагиваем в собаку мордой вниз. Все отшагнули, проверяем свою собаку, колени присогнуты, толкните невидимую стену своим тазом. Вдох, левая нога вверх, таз закрыт, закрыт, закрыт. Приподнимаемся на носочки, левое колено к левому трицепсу. Опустили к запястью, подняли к трицепсу. И дышим. Три, чик, два, чик, один, чик, положили колено к левому запястью. Повернули левую голень на 45 внутрь. Уползли назад. Вы можете приподняться для того, чтобы отстроить положение задней ноги и бедер. Бедра и плечи смотрят вперед. Можете попружинить, потому что это утро. И усесться так, как вам комфортно. Главное, чтобы задняя нога была ровна и плечи, бедра смотрели вперед. Молодцы, вдох, удлиняемся. Выдох, наклон вперед. Раджа Капотасана, дышите, расслабляйте бедро. Отпускайте все, и пусть волна дыхания сейчас освободит нас от всего, что мы собирались взять в этот день, от любого напряжения, да, которое нам не нужно сегодня, но оно было в нашем теле. И вот сейчас
Тот самый момент, когда дыхание может освободить нас от всего, что мы удерживаем, но оно не нужно нам больше. Давайте глубокий вдох. Отпускаем все. Молодцы, ребята. Плавно возвращаемся. Перекидываем нашу правую ногу через левое колено. Ставим правую стопу снаружи от левого колена. Чик! И сразу вытянитесь правой рукой вверх. Удлините поясницу. Закручиваемся вправо. Левая рука вверх. Удлиняемся вслед за левой рукой. Левый локоть снаружи от правого колена. Скручиваем взгляд, плечи, глаза, живот, все внутренние органы вправо. И завязываемся. Молодцы, дышите. Еще пару дыханий здесь. Хорошенько скрутитесь, ребят, прям дайте своим органам детокс, массаж. Угу. Дышите. Будьте внутри, будьте с собой, будьте с собой. Эти 15 минут только для вас. Вдох и выдох, возвращаемся. Контрскруточка, поставьте руки слева, просто приятно. Вы раскрутитесь и укладываемся на спину. Когда вы легли на спину, ребята... Господи, просто поставьте стопы параллельно, носочки чуть внутрь, микроскосолапьте, дотроньтесь пятками до своих ладоней, то есть, вернее, своими пальцами до пяток, и уползите пятками от ладоней. Теперь уйдите в прогиб в пояснице. Таз на полу, лопатки на полу, поясница оторвалась. Видите, у меня про свободное пространство. Сожмите кирпич внутренними бедрами, невидимый кирпич. Начиная, продолжая удлинять бока, толкая грудь к подбородку, приподнимаем таз, сету бандхасана, удлиняем руки, удлиняем шею и расслабляем живот. И просто оставьте пятки на полу, поднимите носки. Видите, я подняла носочки. Да, и просто дышим здесь. Расслабляя все внутренние органы. Два. Удлиняя шею, удлиняя руки, удлиняя бока. И ягодицы включенные, колени не разводим в стороны. Угу. И еще один вдох. И выдох, плавно возвращаемся, кладем руки в стороны, правая стопа на левом колене, приподнимаем таз, кладем таз правее, скрутка, 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 колени влево, ребята, колени укладываем влево, не отрываем наше правое плечо от пола и поворачиваем голову вправо, и дышим в этой приятной скруточке. И аккуратно возвращаемся обратно. Супер, левая стопа, кладем таз ровно, левая стопа на правом колене, приподнимаем таз, кладем таз правее, ой, господи, левее, пардон, левее, и скручиваем колени вправо, не отрывайте левое плечо от пола, поверните голову влево, дышим. И затем плавно-плавно возвращаемся. В центр, кладем наш таз максимально ровно, раскидываем ноги, раскидываем руки, поворачивая их ладонями вверх, удлиняем шею, закрываем глаза и делаем глубокий вдох каждой клеткой тела, каждой клеточкой, и выдох со звуком, и вы можете сделать так столько, сколько вам хочется. И остаться здесь, в этом заслуженном, приятном отдыхе, в шавасане на 2 минуты. Дышите, расслабляйтесь и отпускайте все, чувствуя, как тело наполняется приятным теплом, как оно начинает сейчас тяжелеть, а ваше сознание начинает постепенно отплывать куда-то все глубже и глубже в состояние приятного отдыха и расслабленности. И вот уже становится все менее и менее важным держаться за мой голос. Хочется только отдыхать, восстанавливаться, позволять своему телу исцелиться, обновиться. Дышите, расслабляйтесь, отплывайте,
Давай удерживать все, что мы удерживали, растворяясь в ощущении тепла, гармонии каждого момента здесь и сейчас. Растворяясь. Это время только для вас. Это время заботы о себе, любви к себе. И пусть это состояние будет с вами весь день. Спасибо. Вот, ребят, в общем, это то, что будет происходить на нашем курсе в среду. Так что я всех благодарю. Да, в среду открываются продажи. Старт курса начинается 7 января. И сегодня, ребят, нам нужно выложить в сторис, отчет, это может быть любой отчет, фотка, картинка, это может быть видео, неважно, в общем, все просто о том, что вы позанимались, и внутри все горит. У-у-у, молодцы, я тоже горжусь вами всеми. Нужно выложить отчет, что вы позанимались, если вы хотите выиграть подушку для медитации сегодня, у нас сегодня приз дня, это подушка для медитации, выложить отчет в сторис, потом я сохраню этот эфир, и... Я сохраню этот эфир, и нужно под ним оставить коммент, что типа, ну вы, потому что я буду выбирать по отчетности тех, кто оставил коммент. То есть, если вы не оставили коммент, я не смогу вас в розыгрыш включить, поэтому обязательно надо оставить. То есть, я зайду, я увижу ваш коммент, я зайду вам на аккаунт, и я увижу, вы сделали отметку или нет, вот так. Потому что просто мы потеряемся, если я просто будем делать отметки, поэтому нужна отметка плюс коммент. Вот, эфир будет здесь, он будет сохранен в IGTV, Я надеюсь, что вы зарядились на этот классный день. Теперь вы можете жечь. Плакала в начале, во время медитации, правда? Аня. Мандивы, да. С утра тяжеловата боковая планка. Ну, конечно, она тяжеловата, но извините, как бы мы должны хотя бы чуть-чуть напрячься, ребят. Если мы уже вообще ничего, если мы будем с утра просто 15 минут лежать на коврике, ну какой в этом смысл, да? Смысл в том, что... Смысл вообще в йоге, да, в том, что это... Это рост и работа над собой через усилия, да, то есть, ну, как бы реально, это трансформация через усилия, но если мы совсем не будем, ну, никакого усилия делать, то, сами понимаете, как бы, ну, эффект будет, как бы, ну, такой себе. Курс начинает 22-го, вот кто спрашивает, 22-го в среду начнется, и будет самая клевая цена, он будет стоить от 6 790, это будет самая начальная базовая цена. Через 2 дня она уже повысится, ну и так далее, и так далее. Поэтому, ребят, прям ставьте себе будильник на 22-е. Практика насыщенная и очень крутющая. Спасибо. Можно сделать ваш скрин. Давайте, ребят, делаем скрин. Сейчас. Супер. Все. Так.
Все, ребят, пишите хэштег йога-шот по-русски, йога-шот. А что за курс, спрашивают? Будут все такие активные шотики? Да, большинство шотов будут вот такие активные, но это, кстати, был не супер активный, там будет еще поактивнее, ребята. Но некоторые будут прям лайтовые, типа, знаете, для ситуации, когда у вас месячные, или когда вы, у вас похмелье, я не знаю, когда вы в невминозе в полном, и вам нужен такой шот, чтобы просто... Да, йога-шот. Йога-шот — это мой новый курс, который начинается... 22 февраля, ой, господи, это мой день рождения, 22 февраля, 22 декабря старт продаж, а сам курс начнется 7 января, когда все уже перестанут праздновать Новый год. Йога-шот, не шорт, это не шорты, он без шортов. Вот, ну что, ребят, спина горит, отлично. Да, вот правильно, Алиса написала йога-шот с хэштегом. Вот, так что все ставим хэштеги, и сегодня подушка. Значит, смотрите, до какого можно выложить до завтра, до завтрашней практики, да, можно выложить отчет о сегодняшней практике, и я до завтрашнего дня, до завтрашнего утра я буду выбирать победителей и победителя подушки, и завтра я анонсирую того, кто выиграл подушку, а завтра у нас уже будет розыгрыш ковриков за завтрашний день, а послезавтра будет розыгрыш йога-тура. Место на йога-тур в Переславль-Залесске. Вот, ребят, я вас обожаю, обнимаю, вы супер, все. Увидимся завтра на коврике в 11:00. Вот, всем пока-пока, намасте. Микрофон, какой у меня микрофон? А, вот, микрофон называется Rode Wireless Go. Rode Wireless Go. Короче, хороший микрофон, да. Все, ребята, чао-чао, пока-пока. Спасибо. Вы лучше.